веселая история корзинки. Везем мы огромную корзину из Билы. Тут еще из Пятерки, в общем. И еще по Нине взяли. Вот такая вот огромная корзина. Ну что ж, смотрите обзор всего того, что мы приобрели. Покатали на лифтике. Видите, купили тележку за 10 рублей. Там 10 рублей. Ну, как вы понимаете, мы ее, конечно, вернем потом. Просто иного варианта не было, как вот только вот так вести. Всем громадный привет, и сегодня мы вам покажем огромное количество продуктов. Долой Ашан. Месяц долой Ашана. Ну, давайте мы вам покажем в начале продуктовые покупки из Пятерочки. Да, из Пятерочки. А затем покажем огромное количество из Билы. Пятерочка. Значит, в первую очередь мне бы хотелось вам показать йогурт, который шел по акции. Ну, термостатный, из свежего молока, натуральный. Термостатный с клубникой, меньше сахара. Действительно так. Да, по 38 рублей. Новинка. Вот. Ну, я, в принципе, подобное пробовала, знаю, что это такое, но только я покупала без какого-то варенья, по-моему. Хотя нет, черничное вроде брала, ну да. Интересная тема. Следующее. Это вот такой вот хлеб, тоже шел сейчас по акции, американские сандвичи. Харрис. Так, ну, классный хлеб, на самом деле, он мягкий, большой, мы любим. 50 рублей. Кстати, раньше он без акции столько стоил, если что. А сейчас вот по скидке только можно увидеть. Ну, нам он нравится. Себе я взял черный свой, любимый. Ну да, такой. Ну, этот гарбуз заехал. Украинский, ну-ка. 34 он, по-моему, стоил. На закваске. Да, новый написано. 59. А он совсем не новый. По 39 сейчас вот там идет такой шоколад молочный. И, соответственно. Не молочный, а воздушный белый. Воздушный молочный. А молочный вот. Нет. Воздушный молочный. Но таких вот я взяла два. Да, две шоколадки и, соответственно, вот этот белый. Да, ну а что, по 39, вы представляете, таких цен я уже, ну, лет 100 не видела, серьезно. Это очень радует Пятерочка. Спасибо им за такую акцию. Так, Лена Димонки взяла киндер. Киндер-шоколад. Угу. Он стоил... 8 порций тут находится. Его стоимость составляла где-то... 59. 59, да. Притом, кстати, у них там написано 64. Я вот обратила внимание, еще тогда 64, а даже получается дешевле, здорово. Ну, как обычно в Пятерке. Слава богу, правда, в наш выигрыш. Вот да. Так, пюре картофельное. Значит, 3 минуты. Что-то захотел, знаете, такой какой-то гадостью. Но вот бывает такое иногда, и вот это тот случай. 6 порций, 100% качества, там все такое. 32 рубля. Да, это по скидке. А полная стоимость, по-моему, 59 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, по факту это пюре все дрянь. Не, ну, естественно, это не обсуждается. Это на работе где-то. Я же сказала, захотелось гадости. Да. То есть я же сразу это сказала. Вот все. Димону, значит, я взял вот этот Nesquik Duo, он сказал, о, мой любимый, любимый, давно его не ел, 65,99 он, да. А себе я взял вот такую штуку, мне она понравилась, Димон ее не оценил, я люблю корицу. Вот, безбашенные вот, квадраты. В общем, вот они сейчас в Пятерке стоят по 79, по-моему, да, 79. А Duo сколько? Duo сколько? Duo 65. Угу. Ну вот, в принципе, я пробовала, мне тоже нравятся, довольно прикольные такие печеньки. Ну, я не скажу, что это прям вау, но так иногда можно. Так, Милку мы взяли за 49, вот эту на кассе. На кассе. Сначала Рома такой схватил, там девушка что-то рассказала, что типа, если она, ну вот, рассказывает. И бонусы идут от продукта на кассе. Определенного, вот, да. Да, ну, короче, аукционный вот этот вот тип какой-то специальный. Ну, определенный, допустим, вот ее кассы, да, там ей конкретно. Там тетка перед нами брала 3 или 4 милки эти, она так обрался, он говорит, вы мне прям день сделали. Вот, и Рома такой положил, такой, я беру, а потом, а не беру, что-то у нас много всего там сладкого. Много шоколада, да, говорит, я начал как-то... Девушка расстроилась. Я говорю, ну-ка, положи назад. Я говорю, да, как же это ваш отпуск-то на Майами сорвется. Да, поэтому я говорю, давай, нельзя расстраивать. Так что вот, да. Последнее, что мы взяли в Пятерке, вот такая фасоль красная, она сейчас там по 29,99. Я взял 3 банки. 3 банки, молодец. Все, Пятерка и кончилась. С Пятерочкой, да. И общая сумма? Общая сумма получилась 674 рубля. Нормальная такая, да. А вот, значит, теперь переходим к Билли. Значит, в Билли сейчас идет вот такая вот фигня. Вот, смотрите. Значит, ла-ла-ла, бла-бла-бла, призы всякие за покупки, можно какие-то перманентные карты, как я понимаю, выиграть. Типа, окей, хорошо. Вот.
Все, понятно. Поехали. Так, значит, первое, что я хочу вам показать, хотя это и не самым первым было взято. Шереметьевские торты. Шоколадные чего? Не пойму. Шоколадный триллер. Посмотрите, здесь заклеение, я не знаю, что здесь написано. Шоколадный триллер? Нет, шоколадная. Трилогия. Трилогия, ну, возможно. Пирожное бисквитное. Так, ну, в общем, по скидочке просто. Типа по скидочке оно было 129 рублей. Да. Это действительно так. Вот, видите, выглядит так все сочно, вкусно, прям ням-ням-ням-ням-ням. Дальше, может быть, неожиданно даже для кого-то, мы переходим к овощам. Взяли мы томаты. Ну вот, томаты и томаты. 79 да. рублей, да. А, нам вышло 79 рублей, а так 59,90. Угу. Следующее. Огурцы я взял. Каркоплодные. Вот, да, вот это мне больше всего нравится. 86 ну, да. рублей, да. Вышли, а полная стоимость 49,90. И лук я взял, хотел взять петрушку, но взял почему-то лук. Ого, странно. В общем, вот так вот. Ну хорошо, и что? Вышел 39 он был. Да. Картофель я набрала, он какой-то такой хороший, мытый, классный. Стоил всего лишь там за килограмм 29 да, рублей, так здорово. Ну сколько он получился? Нам, ну, 69, грубо говоря. Так, мясо, свинина духовая. Ну это я взяла на самом деле делать... Супчик вкусный. Вообще, надо пойти купить там еще капусту. Там хорошая капуста такая свежая была. И я думаю, щи надо сварить. Вот. 180 рублей. Ну, да, нам вышло. Так. Дальше минутка. Да, первая свежесть. Это у нас котлетки минутка. 600 грамм. А мясные полуфабрикаты. Ну, пусть будут. Знаете, когда вот не всегда есть время приготовить, допустим, да, вот тратить много времени на приготовление, то, соответственно, это очень выручает. Котлеты нам обошлись 89 рублей. Хорошо. Так, моцарелла классик и мини. Филичита марка. Ну, собственно, да, то же самое. Там 1 плюс 2. Тут и 1 плюс 1. 54 рубля они. 54 рубля, да, 1 плюс 1. То есть, как вы понимаете, тут многое будет по такой системе. Было у них еще система 2 плюс 1. Да, в частности. Ну и просто 50, да. допустим, процентов, как мы уже показали. Да, да, да. Валио, ну вот это 1 плюс 1, 44 рубля выходила каждая упаковка. Сыр плавленый с белыми грибами, здесь 8 порций на каждую упаковку. Чудо, ничего. Чудесное. Чудесное, конечно. Чудесное чудище. Два слоя творожок, клубника. Вот из чуда вот этого, да, йогурта, я люблю именно с клубничкой. Так, вот чудо, по-моему, как шло. Тут что-то как-то странно. Ну, 1 плюс 1, как я помню. Творог взбитый чудо. 1, 44, 2, 29, 3, 29, 4, 29. Как-то один не прошел по акции, что ли? Нет. Это как такое может быть? 2 плюс 1. Ах, 2 плюс 1. Вот видите, а я... Не усмотрела это. Проглядела. Да, ну это тоже мог бы обратить внимание, но, к сожалению, нет, вот я как-то... Я же тебе заранее сказал, ты смотри все, что там написано. Вообще там написано это очень мелко, я вам скажу, пожилые да, люди могут да, и не рассмотреть. Да, ребят, там это прям вообще надо вот. Чуть ли не с лупой подходить. Верно. Так, яйца были 3 плюс 1. Да, ну и, соответственно, у нас 3 лотка, как вы понимаете. Яйца столовой первой категории, это лето, S1, да. 10 штучек. Ну, то есть, итого мы 30 взяли. 53 рубля они нам вышли. Ну, короче, как где-то как одна большая за 20, так мы взяли 3 да. за 10. Так, сельдь. Ну, это уже пусть Рома говорит, это он я взял. Я решил взять. Это прям, да, с ароматом Брэма. Дыма по 119 рублей 2 штуки. Это прям грех был не а взять. А сколько по 119? 2 штуки? 119 да. рублей. Да, да, да. Нет, это выгодно. 119 рублей 2 штуки. Это выгодно. Это очень. Прям вообще все такие цены были бы. Я бы уже так вот толстенький был. Так, сдобная особа, рулет с маковой начинкой. Когда-то я очень любила его покупать, потом как-то поднадоело, а сейчас вот я увидела по акции и поняла, что хочу вновь и поесть его, он такой прям вкусненький. Вы знаете, брала с лимонной, там еще лимонная тоже начинка, мне вообще не понравилось, не понравилось совершенно. А вот маковая, настолько он классный вообще, вот когда вот свеженький прям, ну, обалдеть. Ну, в общем, и сколько? 74, 78 да? 78 рублей. Одна. Ну, это один поски. Плюс один. Да. И вот, соответственно, вторая. Ел есть, конечно, не буду. Дальше. Ненавижу вакцину. Всем плевать. Так пофигу, мне тоже пофигу. Вот, значит, взяли мы два хайнца. Каенский у меня ушел просто шикарно, вообще суперский. Суперский острый, я вообще каенский перец люблю, шикардосно. А Лена захотела с медом взять, я взял ну, с медом. Ну, я тогда говорила о том, что я кетчуп не люблю, но пусть будет. Ради интереса попробовать с медом. Тем более мне писали, что вкусно. 40 рублей. Вот так. По 40 рублей, 1 плюс 1.
Так, дальше взяли мы еще раз гринфилд вот этот. Да, гринфилд. Опа, две штучки, 1 плюс 1, они стоили, там мы взяли, блин, за 109 одну, а сейчас за 100. 124 рубля вышло нам две упаковки. Представляете, это выгодно, конечно, очень. Значит, что у нас тут? Это чай черный байховый с ароматом черники и сливок. Я не оценил. И растительными компонентами. Обалденный чай. Я вот, ну, как бы сейчас активно пью. И я думаю, о, нет, сейчас закончится. А тут раз заходим, и там такая великолепная акция на этот чудесный чаек. Да, чаёк. 62 рубля они сейчас. Видите, как здорово. Это, конечно, классно. Я прям так довольна, нереально. Очень хороший чай. Здесь пирамидки. Класс. Так как я запасы брать у меня, взяла два момента. 600 рублей. Ну, соответственно, 60, 1 плюс 1. С креветкой и кукурузой. Сливочной. Ну, это обычно. С натуральными сливками, с консервантами и ГМО. Все как мы любим. Колбасень. Колбасень. Колбасень дукторская. Натурально вкусно. Вот что это, я не знаю. Натурально вкусно, да. А, это Бородина. Мясной дом. Бородина. Бородина. Сколько она вышла? 139 или 133? 133, наверное. 200, у тебя чек перед глазами, можешь глянуть. 259 рублей за килограмм сейчас. 138. Вот. Никто не угадал. Так, взяли мы это и это взяли. Так, вот это Лена взяла еще. Ну да, Кухмастер, мы тогда брали, когда был по акции. Так вкусно, они такие реально сдобные, классные. В общем, поэтому я еще раз, конечно же, взяла. И, естественно. 31 рубль. Да, естественно, это две упаковки. Вкуснятины. Да вообще обалденно. Слушайте, берите, очень классные печенье. Да, до конца сентября там просто праздник. 2 плюс 1, по 19 рублей они были. Ага. Одно я съел. Трубочка, да. Ну, вкусная, слушайте, трубочка со сливочным кремом. Вот Била марка. Но вы, кстати, берите не со сливочным кремом. С сгущенкой нам не понравилось тогда. Или не со сгущенкой, или с чем-то ты там брал. Там не сгущенка, там как-то по-другому называлось, хитро. Но по факту это была просто какая-то невкусная сгущенка. Ну да, да, по-моему, так. Так, жульен. Тоже. Слушайте, я люблю жульен. Рома все грозится приготовить, но не готовит. Рублей. Но у нас нет этих, блин, штучек. Кошниц. Ну их же можно купить. Ну да ладно. В общем, жульен из курицы и грибами, две порции, номер один в России, сытоедов. Вот, беру периодически, тут смотрю, акция. Слушайте, надо брать. И один прям руки тянутся, я ее дергаю. Ака, да, ну конечно, никто ничего не... Все нормально, в общем, да, естественно. Не только тебе же селедку брать. Да я-то что? Да ты-то что, да, ну конечно. Так, сметаны я взял две. Две сметаны были по 37 рублей. Две было не взять. Прям ложку с черным хлебом прям. Это был с черной икрой. Радости веселья. Ложку. Нет, сметану с черной икрой. Сметану с черной икрой. Так, и взяли мы, значит, 6 вот таких штук молока. Искренне ваш. Я такую вообще фирму, если честно, первый раз вижу. Ну, молоко к молоку. По мне лично они не отличаются вообще никак. Так, молоко нам вышло в 39 рублей. Там было 1 плюс 1, по-моему. Ой, вот тут много. Вот много молока. Ой. Вот, смотрите, вот так вот. Ну и просто так покажем вам. Взяли мы возле метро, в общем, продаются там пекарня, и мы взяли панини. Попробовать с курицей. Ну-ка, да, вот курица. Димон, там было с курицей и с бужениной. Да, Димон, понравилось? Ну да. Вот. Стало только мало, соответственно. Ну, это понятно. Не для мужа. Ну, в общем, вот такие у нас покупочки. Большие, хорошие, интересные. Ставьте лайк, подписывайтесь и до встречи в не менее интересных роликах. Всем желаем всего самого замечательного, хороших покупок и всем пока. Приятного аппетита.